VIP, друзья, и сегодня у нас опять обновление очередное, только не в ТСРП, а в Melon Playground. Ну так вот, обновление достаточно большое. Сюда добавили новую карту водную, вот такую вот. И получается новый задний фон. Кстати, тут есть несколько новых предметов и оружий. Вот, смотрите. Новые винтовочки. Это, кстати, лазерная вот эта вот. Иу. Так, вот это вот капкан и вот такая вот бомбочка. И спасательный круг. Стикманы тут немножко так колбасятся. Так что, ой. Ой, извини. Кстати, теперь если стикман... Да, вот, вот. Это добавили. Ну так вот, ребят. Стикмен может тут покупаться немножечко. Вот, он даже всплывает. Вот, я стикмана поставил на самое дно, и он сейчас плывет. Плыть ему долго. Вон до туда. И вот финальное. Давай. Да. Все, он выплыл. Вот. Человечек выплыл. А теперь, человечек, иди обратно. Кстати, ребят, круг на человечка, он не надевается почему-то. Кстати, вот это вот то, что его трясет, это нормально. Да успокойся. Вот, я поставил нового человечка и новый круг. Теперь берем. Да елки-палки, игра опять зависла. Все, берем круг. Да я сказал круг. Да че он не берется? Круг, берись. Ты человечек, хватит колбаситься. Ну, в общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.